Приветствую вас, ребята, с вами Назар. Мы продолжаем играть в Европу за Австрию. Ну что ж, я подготовился к войне против Аютии. Попробуем взять тут часть их территорий. Все, наверное, не успеем. Ух ты, Португалия даже поставила колонию тут одну. А потом, когда я перевезу вот отсюда 30 тысяч сюда южнее, мы начнем против Ла-Платы. Тут есть претензии нашей Бразилии. Как видите, Ла-Плата воевала против Бразилии и взяла вот часть, вот эту зеленую часть бразильской территории. Так что попробуем ее дать нашей колонии. Хорошо. Также я взял технологию военную следующую. Вот, и тут уже совсем немножко осталось, и мы получим империализм. Казус Белли. Так что давайте будем объявлять Аюти войны. Так, Кутай и Ава. Сейчас посмотрим. Так, тут можно поставить галочку. А, Кутай еще с Макасаром. Ну, тоже можно. Что у них тут? Две провинции, наверное. Да, тут Тидора колонизирует. Тоже можно поставить эту галочку. Правда, не знаю, буду брать или не буду эти провинции. И воевать будем, давайте, за Малакку. Я проще всего сразу оккупировать, естественно, колониальная война. Потому что вот отсюда у нас тоже будет небольшая помощь. И объявляем войну. Так, хорошо. Крепостей, конечно, у них много. Вообще натыкано практически. Но они второго уровня, второго-четвертого. Так что не страшно. Флот пусть стоит. Вряд ли я справлюсь с их флотом. Так, здесь поставим вот этого генерала. Хотя. Не, стоп. Отсюда я уберу. Перемещу его, телепортирую в Индию. Потом мы его вернем. Так. Ну. Все. Включилось. Текст. Ого. Ого. Шестой. Да. Серьезно. Что жди. Ну, эти начали передвижение. Так, смотри, какой-то там получили. Эти, блин, я даже не знаю, что с ними делать. Вряд ли что-то смогу сделать. Так, это не надо. Фух, а жара на улице капец. Только что пришел. Так, а эти войска... Идите сюда куда-то. Отправим. И сначала бразильцы идут и воюют своими армиями. Минус 42, минус 28. Да, тут будет долго. Можно сразу перейти. Ага, тут нельзя, к сожалению. Ясно. Придется сначала эту взять. Крепость. Так, 2-2. 2-2. Так, где-то наша армия атакована. Стоп, где? Да вроде бы нигде. А, тут, ясно. Это хреново. Надо будет отступить. Так, эти передвигаются, да, на Джухор. А мы попробуем их разбить, когда у них тут появится эта штучка. Вот.
Был бы генерал, то было бы тут, наверное, и победа, а так, скорее всего, придется отступить все же. Хотя, возможно, и победим. Вроде бы наши держатся. Все, 18 дней. А как он установился? Вот, блин, почему яишко может останавливаться, когда у них появился этот значок? Это не первый раз. Уже несколько раз такое видел, что они так поступают. Так, тут собрал еще... Да, тут еще нанял одну армию. Тем временем... Где этот флот? Ага, вот идет, плывет. Или идет, идет, скорее всего. Пацаны, держитесь. Так, мне что-то кажется, что они не удержатся. Слишком-то много их. Хотя, возможно. Победили. Круто. Даже без генерала. Так, теперь отойди пока что сюда. А какой у них 24-й? У нас тоже 20... Не, у нас 25-й. Ну и берем давайте эту технологию дипломатическую. Национализм и империализм. Хорошо. А национализм у меня с кем? А, тут не показано. Отдельно тут просто против всех показано. Хорошо. Так, я хотел посмотреть. При объявлении не завоевания, а империализм. 75 стоимости. Ну тут 100 стоимости. Оплатить эти админочки нужно или не нужно будет? Вот фихи знает. Ну не админ, а дипломатические при подписании мирного договора. Надо будет на ком-то испытать, посмотреть, а то я не знаю. Не знаю и не помню. Опять идет. Вот пусть сначала перейдет туда. О, что тут происходит? Давай. На помощь. Тут 100 тысяч на нас идет. Фиг себе. 18. Блин. Тысячу оставим. Ой. Этот отсюда может, а этот не может. Что? Да. Что за бред? Давай вот так. Сто тысяч. Жесть. Вот так. Нет. Этот отсюда пришел. Странно. Так, тут тебя разделим. Ну, а ють я полностью всю свою армию сюда. Ну, не полностью, там еще 30 тысяч. Но мы, походу, их должны разбить. Да, тут даже не нужно идти под крепы. А ють я, она отсталая. Она 20-го... Ой, это она 19-го, смотрите. А китайцы 25-го. Нормально, да? Баланс в игре какой-то странный, короче. Странный, очень странный текст. Приплыли, да? Ну, можно объявить войну. Но, наверное, вот так будем воевать. За эти провинции не будем брать. Вот это фигня. Пока что. Так что давайте объявим войну. А войска пока пусть стоят. У меня там генерала нету, так что не буду наступать. А, тут еще собираются. Мальдивам даже не знаю. Пока что нет. Тут тоже нет.
Так, разбили аютскую армию. Текс. И войска наши. Сколько там? Минус 7. Не, давай отойди. А так сколько будет? Минус 28. Пусть сами берут. А мы тут их подстрахуем, да? Так, ну эти пока что там стоят, я не знаю, чего они ждут. Мы давайте будем передвигаться на север. К столице, наверное, пойдем, если сможем там пройти. Так, оккупировали. Хорошо. Что тут? Ну, Аргентина, наверное, сюда пойдет. Ой, ну, Ла-Плата, короче. Аргентина и Ла-Плата. Это одно и то же. Правильно, правильно вы тут продвигаетесь. Мы тоже можем перейти куда? Минус Герайс, чуть не минус Тирит. Тут еще каких-то 2000 стоят. О, прекрасно, он может зайти. И Аютия тут перешла все-таки через пролив к нам. Но я не думаю, что она будет атаковать. Хотя, возможно. Не будет. Мы сюда переместим нашего императора, любимого, ненаглядного. И попробуем атаковать. Это что? Джунгли. Ничего страшного. Тикс 4-го. 1-го 3 дня. 1, 2, 3. 4-го, 4-го, хорошо. Так, тут у нас что? Так, пока что ждем. Тут, знаете, можно отделить пушки и перебросить их сюда. Будет побыстрее немножко. Да, тут их без проблем разбиваем. Хорошо. Ну что? А где Ла-Платская армия? Ну, у них есть 32 тысячи. Ну, что-то они не появляются. У них тоже 25 уровень. Так, с Чироки. У вас союз с Шаунями, да? Хорошо. Объявить войну. Давайте попробуем, посмотрим, что оно такое. А Шауней, наверное, тоже поставим. Да, у них обоюдный союз. Больше никого там нету. Я тут, кстати, в предыдущей серии немножко вам соврал. Я сказал, что у нас тут получилась австрийская Луизиана, но это английская Луизиана. Вот. Так, а чего они стоят со мной? Не знаю. Давай сюда топай. И что у нас там наши дипломаты? Я что-то забыл. О, прекрасно. Три дипломата стоят, ничего не делают. Куда бы их отправить? Отправим давайте в Скандинавию. Будем тоже против них воевать. Ой, только на что? Пусть будет на Вологду. Наверное. И тут тоже попробую, наверное, создать эту дочернюю страну. Просто посмотреть, проверить, будет ли эта дочерняя страна считаться как часть империи. Армию можно... О! Прекрасно, мы сейчас ее уничтожим. Пока пусть наш флот стоит. А дальше, 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 дальше. На Корею пусть идет фабриковать. А дальше, дальше. На кого?
Может, на КИО. Может, и на КИО. Ого. А тут они уже подготовились покруче. Блинский. Сейчас потеряю. Давай быстро. Эвакуацию нужно делать. Видите, второй раз, ну, тут уже так не повезло. Можно было сюда встать, тут бы еще река была. Ну хорошо, хоть заметил. Так, ну, полностью уничтожили. И давайте попробуем перейти. Видите, сразу за нами. Блин, сейчас потеряем. Вот потеряю опять тупо. По-тупому. Ну да. Так, если вот так. О! Ага, ты плывёшь, да? Плыви. Правда, сюда бы плыть. Но тут Франция поставила свою колонию, я не смогу через нее пройти. Или смогу? Нет, не смогу. И в порт тут тоже не смогу зайти. Давай, стой. Попробуем вот так дальше отступать. Может, они не пойдут за нами. Да, они отступили. Давай сюда. Грузись на корабли. Так, тут мы перепрыгнули. Успешно. Здесь что у нас? А, тут еще Виджа воюет против них. А тут Ава захватила. Так, что там у нас? Угу. У них там генерал есть. 6-2, ничего себе. Крутой генерал. Ой, тут тоже нужно как-то следить за этим всем. А то можно и прошляпить. Так, а тут я вообще начал воевать. А, зачем? А зачем воевать? Нужно, можно просто объявить войну и все. Так, ну тут, я думаю, эти наши пойдут. В атаку. Тикс. Что там, кстати, с условием? Может, уже можно забрать? Да, уже можно. Так, давайте, смотрите. Так они 50, да, дают. А если я сделаю сначала вот так, то они дают 50. А если я еще на лояльность пожертвую 1000, все равно дают 50. Может пропустить немножко. Да, все равно дают 50. А что мне писали, что, мол, сначала бери вот эту фигню, создавай сначала вот эти штуки, а потом вот это бери. Все равно дают по 50. Ладно, я пропущу еще один месяц. Смотрим. Может, я что-то не понимаю. Или понимаю неправильно. Так, здесь эвакуируемся. Так, блин, что тут слетает? Постоянно позиция. Ага, это мы тут взяли. Под свой контроль берет Анкра. Тоже хитрые. Ну и поселение. Базовый налог. Престиж пусть будет. Налог. Престиж и так. А не, престиж 64. А че он так упал? Странно. Очень странно. Так, то давай попробуем разбить эту армию. Что там, высадились? Да, высадились. Хорошо. И эту армию давайте поставим. Так, здесь нам не нужен командир. То есть стоит без командира. А командира мы переставим вот сюда. Ой-о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 й. Что-то вы тут не то делаете. Ладно, пойдем сюда, встанем.
их сюда пока что. Что-то Юдская армия где-то пропала. Может, они там где-то воевали против Джейнгара или еще кого-то. Я просто не заметил, наверное. Так, а ты давай. Сюда нельзя. Тут сколько? Двоечка. Может, хватит? Сейчас, сейчас, сейчас. Погрузимся. Пойдем сюда. И тут перейдем через пролив. Рекруты понемножку восстанавливаются. А вот и армия аютская. Блин, тут, там сейчас все пооккупируют. Так, ты давай назад. Блин, ну зачем? А, у меня тут стоит галочка. Может, уйдет? Их там. Сейчас я уйду, и он уйдет. Вот увидите. Идем сюда, значит. Вот, ставлю этих 5000. Так, хорошо. Можно даже заблокировать пролив. Кстати, прошел месяц. Мне 50, как было, так и есть. Так что не работает эта фигня. Хотя, может, я что-то не то сделал, не знаю, это вроде бы то все. Господи, сколько можно брать эту провинцию? Вот наш, кстати, могут разбить, у них там много линкоров, да и других кораблей. Так, отлично. Отлично. Пойдем дальше. Взяли столицу вражескую. О, здесь нормально. Быстро взяли. И давай, давай, давай. Тут тоже шестерка. Тут четверка. Но тут идет оккупация, да? Тут никто не оккупирует. А, не могу. Мешает это. Крепость все-таки передвижению наших армий. Так, давайте. Странно, как-то воюет эта лоплата. Давай дальше передвигаться. И тут нельзя. А, это блокирует. И сюда можно? Может. Вот, аюти. Ну, у них тоже 18 линкоров. Но, правда, они отсталые от нас. У меня уже какой-то двухпалубный линкор, а у них, походу, галеоны. Да. Скорее всего, такие есть. Так, убивают эти провинции, но это не страшно. Главное, чтобы не отбивали крепости. Так, здесь кидают десанты. Все, этих мы захватили. И Шауни давайте. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не, не надо платить. Прекрасно. Прекрасно. Луизиана только так идет, да? Ну, сначала с Шумани, наверное, надо. Тоже по нулям. Вот. Чудесно. Чудесно, чудесно. Ну, сначала нужно тут оккупировать эту одну прову. Или можно... Не, нужно оккупировать все-таки.
И они, естественно, не хотят это сделать. Кто бы сомневался. Давай сюда беги. Так, сказал дурак. Так, объявить войну. А может, это из-за того, что там была колониальная война, и там ничего не требовалось. А ну, если я тут объявлю неколониальную, то что он у меня тут будет? Ну, если тут вообще не написано ничего про дипачки. А ну, объявим вот так. Кюве. Вообще, есть армия или нет? 4 войны подряд, круто. Ого, сам атаковал, даже не заметил. Но там очень хороший генерал стоит. И это прекрасно. Так, Кутай тут у нас все оккупирует. Ну что, я отсюда заберу армию. Уничтожим их армию. Так, рыбаются не... Это нас не касается, они там сами разберутся. Да, походу у Кивы нету армии. Не, есть. А где? Вот причем такая не маленькая. 30 с чем-то там тысяч. 32. А где их армия? Вот тут стоит, типа. Вот это единственная проба, которую я не вижу. Так, оставь корпус. И иди у нас сюда. Тут флот никто не атакует наш. Фига себе. 20 тысяч уничтожили. Потеряли только 2. Неплохо. Да, где-то пропала килванская армия. Или кильвийская. Как правильно говорить, килванская или кильвийская? Что там? А, эти оккупируют. Так, здесь нам вряд ли дадут пройти, конечно. Вот, их, вот и их армия. 26-й, они еще лучше, чем мы. Тут вообще прикол. Вест-Индия получилась колониальная нация. Как так получилось? Почему оно не отошло это право мне? Ну, потому что я там брал какое-то так... полное присоединение, что-то такое там было. Или присоединение колониального региона сразу, что-то так, что-то в этой... А, не-не-не, это я Англию там полностью съел, и вот это была колониальная автономия. Ее столица была Америки, она отошла нашей Вест-Индии, а территория, которая была не в Америке, она уже отошла нам как отдельная это колониальная нация. Короче, такой бред какой-то получился. Что, дай дорогу. Так, у вас нету союзников, да? По десятке. 16. Ну, это можно организировать, с ними повоевать. Только я бы себе тут еще... пушечку одну нанял. Пусть наймется, потом повоюем. Так, чтобы там у нас создалась Калифорния. Так. Куда они идут? Сюда, скорее всего. Вот, можно атаковать. Конечно, нас меньше. Но мы в тельняшках, да? Река. Ага. У нас 2 маневра, а там 3. Или единица. Не знаю, какой генерал будет. Наверное, да, не будет этой фигни. Там взяли этого генерала. Второго была 1. Так, вступили в бой. Будут они сопротивляться, конечно. У них есть там много пушек. Так, эти 2 крепости на подходе. Ого, тут они даже быстрее, чем мы берем. У них нету осады. У нас тоже нету осады, но все равно. Кто бы помог, кто бы пошел, повоевал.
Но никто не хочет. Все слишком заняты своими делами. Текс. Ага, эти на нас передвигаются. Сейчас посмотрим. Так, взяли крепость. Иди сюда. Ты сюда. Ты сюда. И ты сюда. Купируйте. Так, разбили. Так, командира пока что не надо. Давай сюда. Или пойти вот эту уничтожить. Да, нужно пойти уничтожить ее. Командир мне нужен в Африке. Тут надвигаются вражеские армии. Я его сейчас поставлю вот в эту тысячку. И если Килва на нас пойдет, да, попробуем. Ну, она, наверное, пойдет. Она сюда и надвигается на нас специально. Так, только здесь вообще все оставить. Вот эту армию оставить, пожалуйста. И пусть она... эти две пробочки. Ага, нужно подписать мир. Так, крестьяне нас не интересуют. Давайте сюда. Тут будем брать эти пробы. Так, с... что я хотел? С этими замириться. Вот. Ну и все. Гибочки платить не надо. Прекрасно. Все. И наш колонист отправится сюда, наверное. Чтобы тут уже соединяться, да. Да. Это Лузиа не отошел, кстати. Прикольно. Или может вот так давайте лучше. Или сюда. Давай сюда. Отправляйся. Тут. Сколько там? 500 человек. 1000 хватит. Эти войска тут пусть стоят. А вот эти пусть идут у нас куда-то вот сюда. Тикс. Ага. Да, идут. Только сейчас подождем. Хотя что ждать? Должны мы тут... Хотя у них 26 уровень, это уже там идут другие вот типа войска. Хотя не. Не факт. Просто у них другая техгруппа, у них там по-другому, возможно, идут. У них индийская. Посмотрим. Что оно там да как. Мы оккупировали 35. Не знаю. Да, разбили. Правда, еле-еле вытянули этот бой. Ага, еще один увижу у меня торговец. Доступен. Мы его. Сюда, наверное. Цейлон. Ну да. процентов. Ну тут, видите, такой бедный уже торговый узел, потому что мы все тянем. Тянем в Вену.
Да, идет вся торговля. Да, они нам убили больше пехоты, но потеряли они. Ну, у них еще и 14 тысяч арты. Так, генерал там пока пусть побудет. Да и этот прицепился. Как банный лист к одному месту ниже спины. Технологию пока не буду брать, оставлю, чтобы можно было на национализацию отдать. Так, ну это мы все равно отдадим Анхре, что тут сможем, что получится. Еще столицу возьмем, да и можно будет тут помириться. А тут сколько? 27. Текс. А, генерала нету. Может, возьмем? Рекруты уже тоже упали сам вниз. Так, тут мы оккупировали. Блин, ну чего они не идут, не сражаются? Сорок тысяч. Да могут разбить, я думаю, аргентинскую армию. Тут еще подтягивают подкрепление. Не, пошли, молодцы. Забираю свои слова обратно. Да, молодцы. Разбили, значит, тут нам не нужен. Поставим его вот здесь. И давай вперед эти 15 тысяч. Может даже и... Блин, кто-то умер. Надеюсь, не тот убер-генерал. Да, это тот убер-генерал с тремя осадой, тут с хорошими показателями. Блин. Он вот тут стоял на осаде. Черт. Эх, сколько у меня? 82. Ну, может, что-то получится нормальное. Ну, нормальный такой. Два осады — это хорошо. Только куда мы его поставим? Поставим мы его пока что никуда. Пока что подождем с этим назначением. Так, что там? А, ну естественно, ну. Наследник трона должен умереть. Это, знаете, как это называется? По закону жанра. Он обязательно должен умереть. Может, что-то лучше будет. Да, умер. 2.05, Карл. Еще и 0 лет. За что мне такое? 2.05. Игра, хватит издеваться, хватит. Я уже понял, что я не захочу этот бей, что я не выполню эту ачивку. Но издеваться-то не надо уже так. Аж так сильно. Следующий раз, если буду, а я, наверное, буду, я все-таки хочу взять эту ачивку, только не сразу. Играть с целью взять эту ачивку, я не буду брать все-таки это дополнение Common Sense. Оно ломает полностью всю игру. Ну, не то, что ломает игру, оно ломает смысл. Ну, не смысл. Я не знаю, как это назвать.
исторический баланс, что ли. Что получается, страны с огромным развитием, вот эти всякие отсталые. Это очень-очень хреново. Так, Польска, что там? 33-й, еще 3 года у тебя есть. Хорошо. Польска, Польска. О. Плюс 30, давай, давай. Кстати, кстати, кстати. Ливонский орден. Хотел с ним тоже повоевать. Давай вот так, тоже хочу посмотреть, будет ли тут, бесплатно. Бесплатно. Давай. Повоюем. Тут наши вот пройдут, у них нормально есть проход, тут через море, все нормально. Так, и хочу посмотреть Киева. Да, по нулям. Все нормально, все хорошо. Хорошо работает это. Клузбелли. Правда, дают его очень поздно. В сам конец игры. Так, ну что, здесь мы полностью все взяли. Значит, стянем сюда эти войска. Эти у нас перейдут вот так. Ой, блин, опять лезут. Эти пока что сюда. Значит, даже и не надо фабриковать. Да. Разве что на какие-то такие супер-пупер провы, которые я буду брать, и которые там очень дорогие. Например, на Халеп вот этот. Или на Теге. Хотя нет, Тегеран 14. Там не так уж и много. Правда, тут эта хрень висит. Вот здесь точно нужно брать. Тут вообще... Плюс 100% это жесть, это просто жесть. Так, что там у нас есть у нас здесь вот так. Можно поставить даже генерала, чтобы сразу разбить. Ага, нельзя пока что. Речь Посполита еще фабрикует на нас что-то. Эх, Речь Посполитая, Речь Посполитая. Так, давайте будем улучшать немножко отношения с кем-то. Например, с Арагоном. Улучшить. Например, с Утрехтом. Причем бушует. Не знаю. Кстати, а есть у нас тут? Тут у нас войск нету. Есть, конечно, но они тут заняты. Надо перебросить их туда, в Англию. Не в Англию, а на Британские острова. Так. Хотя, если на юг, то это и Англия. Это правильно так говорить. Так, ну чё там? Пацаны, давайте еще разочек мы с вами сразимся. О, тевтоны пришли со своими убер-идеями военными, в военном плане. Так, вот мой тут стоит, блокирует, да? Вот и сблокирует. Чё там Кива? Кива у нас тут пооккупировала немножко. Так, надо с кем-то заканчивать войну и брать провы. Но тут я раздам. Просто чтобы у меня не было слишком много сверхрасширения. Так, где это?
Может, они согласятся. Видите, тут еще нужно, нужно платить. Ну ладно, хрен с ним. Заплатим. Ну, эту возьмем, а вот эту не буду, 120. Ну, как-то так. Ну и все, выбиваем их из войны. Твиджи, наверное, возьмет еще. Я не хочу тут стоять. Вон, Рек, пока их тут с ними разберешься, то пройдет немало времени. Так, хорошо, ребята. Будем на этом завершать эту серию. Так что я вас благодарю за внимание. С вами был Назар. Всем пока, всем всего хорошего. До новых встреч.